Штрафы и обязательные сборы составляют немалую часть государственной казны, но взыскать их не всегда просто. Нарушители всеми способами уклоняются от уплаты, оставляя брешь в бюджете. Об этом свидетельствует статистика областной прокуратуры. Штрафов нам поступает ежедневно. Так, за 9 месяцев этого года только в отделах Департамента юстиции лежит около 3000 исполнительных документов на сумму более 3 миллиардов тенге. Это 30% от всех поступивших на исполнение документов. К этой же сумме народного долга можно добавить еще 130 тысяч недавно оформленных документов на сумму 2 миллиарда 600 тысяч тенге. По ним истекли двухмесячные сроки погашения, но деньги так и не попали в бюджет. Как признают прокуроры, одна из главных причин слабых поступлений в казну – отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами, и предлагают свой план действий, чтобы исправить ситуацию. Нами разработан и решением горсовета, надеюсь, будет утвержден план взаимодействия, конкретно который предполагает действия каждого органа и определенные сроки. То есть, например, мы поручаем департаменту юстиции в лице судебных исполнителей выполнить определенные действия. То есть возбудить, направить какие-то запросы, проделать какие-то действия. Дальше следующий этап, например, идет за органами внутренних дел. Как ожидают работники прокуратуры, скоординированные действия правоохранителей дадут результат уже в ближайшее время. И до конца этого года они смогут взыскать большую часть бюджетной задолженности. Данияр Худайбергенов, Константин Исупов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».